Всем привет, всем мое почтение. И вот стало известно, что кроссовки Майкла Джордана ушли с аукциона почти за 1,5 миллиона долларов. Эти кроссовки, которые он носил, несмотря на то, что НБА штрафовала его постоянно за то, что эти кроссовки были сильно броского дизайна, и несмотря на это он так и не сменил их, а продолжал носить такого типа кроссовки и выставил их на аукцион человек, который в детстве был, тогда еще был мальчиком, ребенком, подносил мячи. И Майкл Джордан подарил ему эти кроссовки. И вот теперь, спустя столько времени, они стоят почти 1,5 миллиона долларов. Вот такие вот дела, друзья. Так что не ругайте своих детей. Может быть, их творчество, может быть, их какое-то хобби, занятие спортом принесет тут и ему когда-нибудь 1,5 миллиона долларов. Так что поздравляю и владельца бывшего этих кроссовок, и нового владельца, который смог и не пожалел 1,5 миллиона долларов, считай, за то, что приобретет кроссовки Майкла Джордана. Скорее всего, это приобрел какой-то фанат этого баскетболиста. Вот такие вот дела, ребята. Так что не только политикой единой, но и вот такими интересными фактами сейчас полон информационный мир. До новых встреч, ребята!